Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить дату и время на Redmi K40. Для этого нам нужно зайти в настройки этого устройства. В настройках мы пролистываем вниз до пункта «Расширенные настройки». Выбираем его. После чего «Дата и время». Здесь мы можем настраивать дату и время по сети, поставив здесь галочку «Дата и время». Будут настраиваться автоматически в зависимости от места, где вы живете, и в зависимости от сети, к которой вы подключены. Или вы можете убрать здесь галочку и настроить дату и время, а также часовой пояс и формат времени вручную. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!